Завершилась у нас очередная встреча. Так скажем, просто фантастическая получилась концовка. Arctic Telecom Dosta. Arctic Telecom, я могу сказать, наверное, для многих неожиданно одержал победу. В студии у нас игрок Арктика Павел Тахистов и пресс-атташе Досты Сергей Рыскин. Паш, наверное, первый вопрос, конечно, к тебе. Ну, я уже хотел немножко другие вопросы, готовился к интервью задавать, но эти последние 3 минуты все перевернули. Я прям сам сейчас под таким впечатлением, и от Арктика прям молодцы, дотерпели. Ну, поделись просто даже именно впечатлением, поделись, какие у тебя сейчас эмоции вообще, как вы? Просто убийственно. Саня Глушаков стоит на пробке, говорит тебе, дай мне минуту. Выходит и за эту минуту решает просто исход матча, поэтому эмоции просто восторг. Молодцы. Ну вот давай сразу Глушакову. Говорил я сегодня, что он был на голодном пайке. Алексей Георгиев его просто сегодня сожрал сзади и не доходил до него мяч. И вот забил он в результате такой важнейший гол. Он прям вот чувствовал это прям, да? Ну мне кажется, он на броке стоял и злился прям. У него кипело все. Да, он хотел выйти и доказал, решил. Да, конечно, очень-очень неожиданно. Повторюсь, молодцы, дотерпели. Но вообще по игре, наверное, планировали, да, играть вторым номером? Ну, не совсем. Мы стараемся всем навязывать свой футбол и, ну, играть в пас, как бы не на вынос, там, как большинство команд играет, а, ну, показывать, в общем, футбол качественный, через пасик, там, комбинации, там, всякое дело, и, ну, за счет него выигрывать. Я заметил, что да, вот почему спросил по второму номеру, то, что у вас... Не знаю, вы часто играете в прессинг, и нравится, я вот замечаю, что у Арктика у вас очень хорошая физическая форма. Хотел спросить, там у команды-то есть тренировки, или вы там, может, выступают ребята очень во многих других турнирах? У всех очень хорошая физическая форма, ну то есть с чем это связано? Как раз за счет того, что не за счет тренировок, а за счет того, что у нас вся команда играет в разных турнирах. Кто-то в миньку, кто-то в пляжку, ну и вот куча турниров, у всех много игр, поэтому форма постоянно поддерживается. Ну это у меня, во всяком случае, так. Остальные просто тоже знают, что на тренировке те, кто играет здесь, не шибко ходят, и я думаю, что ну, то же самое примерно. Сергей, вопрос к тебе. Ну, для начала, естественно, эмоции сейчас, наверное, такое какое-то опустошение у вас. Спрошу, мне было интересно, кто вообще сейчас отсутствует? Артем Плотницкий, да, я так понимаю, он в отпуске, да. В Сочи. Кто руководит игрой Досты сейчас? Алексей Грязник, капитан команды, собственно, он у нас вторая правая рука нашего главного тренера, собственно, он и руководит и делает замены. Тактику на игру также он выбирает, поэтому вот так. Ну, хочется вот задать такой вопрос. Завершился, да, не так давно чемпионат России. Вчера была игра у Досты Спингенс. Многие команды после чемпионата возвращаются с чемпионата России, там с континентальных футбольных попадают в так называемую яму. То есть очень много, я говорил это в трансляции, очень много эмоций уходит на такие турниры. И ребятам очень тяжело перестраиваться с всероссийских соревнований на городские, на Суперлигу. Вчера по Пингвинс, ну, в игре в Пингвинс мне уже показалось, что какая-то есть такая, ну, не то что эмоциональный спад какой-то удался. Может быть, конечно, они собирались эту игру на классе выиграть, но сегодня я увидел то же самое, что было вчера с Пингвинс. Хотя я с ребятами вроде говорил, что Доста настроится, ну, лучше на этот матч Суперлиги. Скажи, так и есть? То есть как вообще, как после чемпионата России, после этого неудачного выступления, как ребята настраивались, как вообще все это пережили? Ну, слушай, ребята, наверное, до сих пор полностью не пережили. Вот, выводы как бы мы сделали, конечно. Вот, но как бы, вот последних 2 матчей результаты, если посмотреть. Вчера мы выиграли чисто на классе, сегодня того класса, видимо, не хватило. То есть не дожали до конца. Вот, что касается опустошения и какой ямы. В прошлом году после КФЛ у нас не было ямы, собственно, мы приехали и как раз-таки там, Золотого выиграли у того же. Вот. Так что, ну, это такое спорное утверждение довольно, что будет яма или нет. Сейчас, ну, может быть, что-то внутри команды, что-то пошло не так, и сейчас будем решать это разбираться, потому что, ну, собственно, 3-2 как бы счет. Ну, будем развиваться. То есть, надо будет искать, да, я так понимаю, план выхода сейчас из этой эмоциональной ямы? Да, конечно, абсолютно. То есть, попробовали вот на матч с Пингвинс новую схему, вот, с 2 защитниками. В принципе, она себя, может быть, даже оправдала в чем-то, поэтому сейчас будем менять, может быть, перестраиваться как-то, схему тактическую, может быть, по вратарям там подумаем, вот. В общем, как-то вот так вот. Артем Плотницкий вернется к следующему матчу? Он сегодня уже вернулся в город, вот, поэтому... Поэтому ждут не очень хорошие новости, к сожалению, наверное. Он уже в курсе. Он уже в курсе, я понял.
Паш, ну, опять еще раз поздравляю вас с победой. До сих пор сам в это, ну, никто, я думаю, никто не ожидал, потому что Доста все равно являлась, безусловно, наверное, фаворитом. Может быть, только вы, да, я думаю, только вы, наверное, верили. Расскажи, ну, Арсик становится прям все... Ну, Спартак Абрамян, мой коллега по цеху, вас очень выделял, очень многие ребята, которым я, ну, с которыми я знаком, все больше и больше говорят, то, что вы, вас относились сначала к команде второй восьмерки, сейчас говорят, то, что вы можете скоро не то что составить конкуренцию командам первой восьмерки, а и биться за эту восьмерку. Как считаешь, уже настал этот период или все-таки еще пока рано об этом говорить? Сейчас, наверное, как раз идет вот этот переломный момент от второй восьмерки к первой, потому что, ну, мы с каждым матчем потихоньку набираем опыт и качество игры. Ну и дальше, я думаю, еще больше будет. Дальше будет больше побед и больше очков. Спартак мне говорил, то, что у вас руководитель очень активно работает на трансферном рынке, ищет какие-то усиления и приводит, ну, и команда становится там все сильнее и сильнее. То есть это что значит? Еще можно ждать новичков от Арктика? Или все-таки сейчас, в принципе, состав сформирован, и ребятам главное уже сыгрываться и, соответственно, играть, и новичков, скорее всего, уже не будет. Все-таки костяк уже есть, и им будет команда биться. Ну, мне кажется, костяк уже есть. Новички, если и будут, то немного. Основной костяк есть, и он боевой, я считаю. Ну, достаточно хороший для того, чтобы выступать в Суперлиге. Ну и бороться за там, первую пятерку. Сергей, вспомнил, что хотел тебя еще спросить. Почему отсутствовал сегодня Вадим Зайцев? Вчера он был в Спинген, сегодня его не было. Травма, как всегда, у нас очень много травмированных игроков. Вот. И как бы так сложилось то, что у него решили на одну игру позвать. Вчера Вадим травму получил? Не вчера, но у него, в принципе, не было повреждения, поэтому как бы мы тут так. Вот Васильев, например, мог тоже не принять в нем участие. Вот, вчера был с травмой, но сегодня он сыграл вместо Зайцева как раз. То есть такая рокировочка небольшая. Такой вопрос хотел задать тоже. Доста сейчас борется еще в Лиге чемпионов и, соответственно, Суперлига. Есть какие-то приоритеты турнирные или каждый турнир важен и задача победить в каждом? В любом турнире, когда мы участвуем, цель остается максимальной, поэтому нет разделения, какой-то хуже, какой-то лучше. Выходим побежать в каждом матче. Вот. Лига чемпионов, ну, просто попытаться закончится. Ну, задам главный вопрос. Наверное, все любители футбола, кто особенно не очень недолюбливает золотой, все верят, что с каждым годом кто-то ему составит конкуренцию, болели, наверное, за Досту, чтобы она не сильно отпускала в таблице золотой, но Доста сегодня проиграла, подотпустили золотой. Я надеюсь, вы все-таки соберетесь, и, ну, Доста соберется и все-таки будет продолжать навязывать борьбу и бороться за первое место. Определенно, как бы, ну, то есть цель у нас поставленный сезон были в начале сезона. Сейчас есть небольшие вот эти вот сложности. Но без поражений не бывает побед, как говорится. Вот, поэтому, ну, выучим эти уроки, что поделать. Как бы тут. Ну, поздравляю еще раз Арсик с победой, а Досте не унывать и, соответственно, да, сделать, провести работу над ошибками и, как говорится, снова побеждать. Всем спасибо.